Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, мой канал «Заработок в интернете». Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по проекту «Бамбуса. Стабильная зарплата и аванс». Значит, я хочу сделать очередной вывод. Значит, у меня, я могу, как бы мне доступен аванс на 54-55. Но я хочу подождать. Вот. Ну, хотя бы 200 рублей. Я не знаю, дадут ли второй раз. Скорее всего, дают один раз. Вот. Набежит у меня сумма 200 рублей. Я как бы возьму аванс, и моя должность рабочий. И должна буду получить 600 минус 200, итого 400 рублей. Чистыми мне дадут, так как эти 200 рублей у меня вычтут. Так, значит, на зарплата. Вот моя. Значит, здесь вот коллеги. У меня есть немножко партнерских начислений. Люди, конечно, смотрите, идут валом. Уже должностей 1810. Значит, нажимаю выплатить. Средства переведены на ваш счет. Идем на почту. Так, не то. Так, подождите, это не то. Не то. Так. Опять не то. Или то. Сейчас посмотрим. Так. Сейчас. Запуталась в своих платежах. Значит, вот 0 минут. 3 плюс 33,68. Дата операции 14.10. Комментарий bambusa.com. Партнерская программа. Значит, проект платит, все замечательно. Теперь я хочу сделать такое маленькое дополнение. Если у вас возникнут какие-то проблемы по проекту, как вот у меня с партнером случилось, и она перечислила денежку 10 рублей, должность, вот она, как я начинала с прохожего, ей не поступили эти 10 рублей на баланс. Вот здесь, обратите внимание, есть чат. Здесь присутствует админ. Вот, и я как бы помогаю этой даме, но она молчит. Вот нужен ее номер ПР кошелька, чтобы я отправила админу, и он разберется, так как он говорит, это проблемы с ПР-ом, с кошельком. Так что, если у вас возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, вот сюда написать сообщение, пишите, и свой ПР, ну, номер ПР кошелька. Он разберется. Или же вот здесь есть наша группа ВКонтакте. Также можно сюда писать. Так. Вот, вот админ проекта. Вот я ему писала, как бы, да? Вот у меня сообщение. И вот он так, 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 так. Вот. Вот я о проблеме даме сообщала. Я скинула ее скриншот. Но он мне написал, что мне нужен ПР кошелек. Дама это молчит пока. Может, человек занят все-таки в воскресенье, да? Вот потом вот ответит, скинет мне ПР кошелек. Я ему отправлю, он разберется. Вот, если возникнут какие-то либо проблемы, так что пишите вот сюда или в группу. На этом, в принципе, все. Я проектом довольна. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.